«Кто, если не мы?» – девиз самарской молодежи. Волонтеры, общественники, спортсмены, молодые ученые представили свои проекты на форуме выставки молодежных инициатив. Все они объединены общей идеей. Это внутреннее желание сделать жизнь вокруг нас лучше, сделать так, чтобы как можно больше людей стали счастливее, самому принять участие в каких-то ярких, интересных событиях, в которых ты, возможно, сам бы не имел возможности принять участие. В Самаре 100 общественных молодежных организаций. Их проекты поддерживают материально. Премия «Студент года», фестиваль уличной культуры «Street Energy». Ежегодный форум дает возможность узнать, чем дышит молодежь. В этот раз почетным гостем стал глава администрации города Олег Фурсов. Участники форума с гордостью демонстрировали свои достижения, а после смогли задать вопросы напрямую главе Самары. Сейчас в Самаре строится очень много новых школ. В южном городе, в Волгарии, Крутых Ключах. Вопрос. Возможно ли привлечь членов городского школьного парламента в рабочую группу по благоустройству территорий и школ, для того, чтобы они стали более привлекательными для школьников? За предложение спасибо городскому школьному парламенту. Значит, я прошу протокольно записать, чтобы, значит, включили в общественный совет города при департаменте строительства или департаменте образования. Давайте посмотрим. Вопросов и предложений было так много, что на их обсуждение не хватило даже отведенных полутора часов. И это не случайно. Идейным вдохновителем во все времена была молодежь. И сегодня власть рассчитывает именно на нее. Нам очень нужна ваша энергия. Нам очень нужна ваша инициатива. Мне очень хочется, чтобы вы чувствовали себя настоящими гражданами Самары. Не равнодушными обывателями, да, а именно теми людьми, которые формируют облик города, культуру города и будущее города. Жить ведь вам в этом городе. В скором времени, чтобы заботиться о городе и продвигать свои идеи, у молодежи будет больше возможностей. На предстоящих выборах в райсоветы 50 кандидатов в депутаты моложе 30. Александр Шугаев, Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.